Всем привет! В новой серии турецкого сериала «Зимородок» нас ждут захватывающие эпизоды. Если вы с нетерпением ждете новые серии, тогда ставьте лайк, чтобы видеть, сколько нас. Хасан отправил молодежь в курортный город Мармарис на открытие магазина. И эта поездка пойдет на пользу Ферито и Сейран. Пока Сейран находилась в особняке, она не могла иметь детей, потому что Эйфакат травила ее таблетками. На отдыхе никто не сможет подсыпать таблетки Сейран, и ее организм полностью очистится. Поэтому есть большая вероятность того, что у нее скоро будет ребенок. Но сможет ли Сейран его выносить, если в доме, где она живет, полно врагов, и ей постоянно угрожает опасность, о которой она даже не подозревает. Кая ведет себя, как будто он хороший человек, терпеливый и всепрощающий. Но ходит слух, что он затаил обиду на Ферито и может в любой момент ему отомстить. А вы как думаете, Кая окажется хорошим человеком или плохим? Напишите свое мнение в комментариях. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.